Но что нужно, чтобы иностранцы к нам пришли? Ну, как бы фон не очень благоприятный, но это не говорит, что мы не должны работать, мы должны участвовать во всех выставках, форумах, рассказывать. Наши сайты должны быть достойны. Вот у нас специально агентство инвестиционного развития мы создали на 11 языках у нас сайт, сделали специальный шоу-рум, где можно любого иностранца завести, показать достойно, как на мировом уровне.